Thank you.
рабочей крестьянская политическая твердо решила бороться с такими людьми и очистить от них деревню. Средний крестьянин не враг, а друг рабочего, друг советской власти. Среднему крестьянину сознательные рабочие и действительно советские люди относятся как к товарищу. Средний крестьянин не грабит чужого труда, не наживается на чужой счет, как кулаки. Средний крестьянин трудится сам, живет своим трудом.